за русофобскими высказываниями не раз был замечен латвийский актер Ивар Калнинш. И вот он снова сделал очередной выпад в сторону России. Свое заявление Ивар озвучил в интервью порталу RusTV.net, передает портал «Страсти». Во время разговора Калнинш разрешил себе пофантазировать о восстановлении России, а также рассказал о своих планах на тот случай, если РФ проиграет военную спецоперацию. Придется в дерьме каком-то копаться, и это будет действовать на нервы. Предстоит еще весь мусор убирать, сообщил латвийский актер. Стоит отметить, что ранее Ивар Калнинш заявил, что никогда не отказывался от России, а эта страна от него отказалась. Также он добавил, что большинство публикуемой о нем информации фейковая и не соответствует действительности.